сборную России, где играют ребята 1999 года рождения, в начале лета возглавил Александр Гришин. После этого команда провела сбор в Испании, где встречалась со сверстниками известных клубов. С новым тренером они обыграли «Атлетико» и «Вильярреал». Причем в Испанию ездил далеко не основной состав. Посмотрели новых ребят, потому что попали не в окно УЕФА. И, соответственно, не все команды нам отпустили ребят, потому что они были заиграны за свои дублирующие составы. Кто в основном составе играл, тот же Игнатьев. Вот. Но турнир дал пищу для размышлений по футбольным вещам, как просмотр футболистов, просмотр кандидатов. Мы этим турниром очень довольны. Сейчас команда активно готовится к чемпионату Европы и ставит перед собой серьезные задачи. Пока не форсируем, но время осталось мало. Чемпионат Европы – такой показательный момент, там надо уже выигрывать и занимать первое место в группе. Первое место в группе дает хороший жребий и выход в элитный раунд чемпионата Европы, но, в принципе, можно выйти со второго места, но если мы хороший спортсмен, то мы должны ставить максимальные задачи и даже в группе постараться занять первое место. Но это прекрасное завтра, а в ближайших планах у этой сборной товарищеская встреча с итальянцами, причем на выезде. Игра запланирована на 5 сентября. Здесь уже на поле выйдет основной состав, и о сыгранности команды можно не беспокоиться. Команда эта существует 2,5 года, поэтому я пришел не на пустое место. До этого тренеры хорошо поработали, неплохой сделали отбор футболистов. Мне осталось довести эту сборную до такого момента, что попасть на элитный раунд чемпионата Европы и при желании попасть на чемпионат мира. Перед отъездом в Италию сборная и новый тренерский штаб сфотографировались для официального сайта РФС. Ребята шутили, смеялись. Даже стороннему наблюдателю было видно, что с атмосферой в этой команде все в порядке. А судя по действиям юных футболистов на поле, болельщикам она тоже настроение поднять сможет. Своими победами.